Ребята, сегодня я буду показывать, как будем открывать наш бокс. Ну, не бокс, такой подарочек. Моя подруга для Милки привезла подарочек. И вот, она его сама сказала, сделала. Что-то покупала, что-то сама сделала. Вот такой у нас боксик. Очень красивый, мне очень нравится, как он выглядит. Она очень тяжелая. И Милке наш тоже нравится. Так. И мы его будем открывать. И короче, давайте откроем. Как мы тут открывать? Как нужно? А, что уже открыто? А, да, открыто. И вот, первое я вижу, это у нас как Dolce Milk. У меня и так три Dolce Milk, такие же вкусы авокадо и граната, только две гранаты. Мне будет тогда еще граната и авокадо. Это у меня получается 5 таких. Вкусно пахнет. Это тоже вкусно пахнет. Но граната вкуснее. И вон берем сюда. Дальше это вот такие клубничные салфетки. Уже. Ну, я еще вижу картинку и думаю, это клубничные. Вот. У меня тоже такие же есть. Да. Типа. Да, они клубничные. И вот, дальше у нас это блокнот Милк. Ну, красивый. Как у меня почти. Дальше вот такой, это что, текст? Это похоже текстовый делитель. Давайте посмотрим, как он пишет. Я возьму листочек и возьму. Он, похоже, еще пахнет. У меня желтая бумага просто. Пишет как-то вот так вот. Просто у меня желтая бумага пахнет. Да, пахнет он, кстати, бананом. Дальше. Это вот такая ручка. Похоже с котиком. Дерево. Да, дерево. Дальше это вот такой карандаш. Вот такой, короче, карандаш. Это что, не лук? А, это ластик. Давайте посмотрим, как он стирает. Только нам понадобится карандаш простой. Так. У меня карандаш простой. Вот я написала, что стирает вообще. Вау, как хорошо стирает. С одного раза почти. Такой ластик. Дальше это такая маска. Маска баттер авокадо. Он не пахнет ничем. Ну, такой, короче. Дальше это что? А, это кольцо. Она сделала, похоже, сама из бисера. Вот такое кольцо. Давайте ее оденем. Да, мне нравится. Вот такое кольцо. Дальше это у нас маска для лица. Такая масочка для лица. Ее, как всегда, надо окунуть в воду, и она заработает. Ну, давайте ее открою.
Она у нас сухая и очень вкусно пахнет. Такая масочка для Милки. Давайте ее водой облить. Я много не буду это подавать, так как привыкли вот в эти наши милки. Я еще могу попшикать ее авокадо. Чтобы вкусно пахло. Как раз маска прям подходит под размер. Так, дальше это вот такие патчи, наверное, должны еще быть. Такие патчи. Так, давайте их откроем. Как-то тут их открывать. Короче, их похоже повторно надо воду окунуть. Ну, можно не воду, а просто напшикать. Я буду пшикать граната. Я их одену. Ну, все, я хотела. Показывать я не буду. Ну, короче. Для утки, наверное, можно тоже патч одеть. Давайте попробуем мои патчи. Так, и не понимаю, вот так делать, вот так, 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 как, может, на брови, не знаю. Все, короче, давайте все на место поставим, ну, распить. Маски туда. Граната авокадо. Такие карандашки поставим туда. Масочки поставим где? К свечичкам мелким. И блокнотик сюда, салфетки косметичек и маркер поставим сюда. Все расставили, давайте уберем. Открываем коробочку, вот такая, кстати, красивая коробочка. Кстати, вот давайте пока мы можем сейчас накрасить нашу милочку. Ну, короче, сейчас скоро выйдет следующая часть, будем красить милочку нашу. Всем пока!